Робот на гусеницах энергично колесит по площадке. Воспитанник подросткового клуба «Бригантина» Максим Филиппов гордо демонстрирует свое создание. Робототехникой мальчик занимается несколько лет. Рассказывает, сначала помогали учителя, а потом и сам смог собрать своего первого робота. Это как, можно сказать, какой-то тролль. Ну, он бегает, как бы бегает. При поднесении к сенсорам, ну, например, какого-то предмета, он вытягивает голову и начинает рычать. Робототехника – только одно из направлений работы подросткового клуба. Всего их больше 20. Ребята занимаются судо- и авиамоделированием, радиотехникой, рисуют, поют, танцуют. «Бригантина» – старейший подростковый клуб города. Сейчас здесь занимаются более 500 детей. Преподаватели стараются находить новые направления работы, чтобы досуг ребят был не только веселым, но и полезным. Есть идея открыть не только направление, есть идея открыть музей космической промышленности Самары. Есть куда привести детей, показать, вот с чего развивались завод, вот кто такой был Кузнецов, вот какие мы строим ракеты. Через подростковый клуб прошло не одно поколение жителей поселка Прибрежный. Отпраздновать день рождения родного клуба пришли ученики и выпускники. Почти полвека работы – только начало. Дети и преподаватели уверены, их «Бригантина» успешно проплывет еще 45 лет. Лариса Шлафаст, Павел Пресняков, «События».